Водителя с очками. Все готовы, все. Ну, Эктопауэр зашел, нет? Нет. Контроллеры сбросили. Номер этой семьи какой пишешь? Чего? Ник какой пишешь? Старый Ваня. Мемори, мем, женик. Нажмешь мы ему там, не знаю, какой-нибудь док. Я написал бербом, но у него 4 буквы. Ты говоришь, а вобьешь мем, а там будет какая-нибудь тп. Что там еще? Там будет прикольный блок. Если бы было 4 буквы, бы я бы написал бербом. Но если 4 буквы, нет. 4 буквы, я бы написал рок, а не рок. Рок. Ну чё там с эктом? То мне ещё корпус транзистора чертить. Приложил другое. Рандон ты ёбаный. Зашли на серфу, ерф. Да. Эк, просто сходить на ауте. Здоров, тут? Тебя завтра ждём. Эк-то. Как оно, братан? Я ждёте, нихуя себе. Нормально. Да. Прикинь, мне Макар забанил. Скажите, как зайдёте. На 5 минут, нахуй, блядь. Такая тварь ёбаная. Значит, 5 минут буду ничего не делать. Да меня мемори на 5 минут. Ебать надо было. Доказал, что у меня нет иммунитета к бану. Ну, иммун. Да нет же. Залез в бутылку. Залез в бутылку, чтобы доказать. Главное, что не сел, да? Да. Ты уверен, что ты не сел? Короче, да. У меня управление опять не работает. Я зашел. Есть, есть. Управление тоже не работает. Вы поставили 4 плеер адаптер? Нет. Ну, в смысле, нон на пятерку. Не уверен. Если бы не поставили, он не подорвалось. Или чё? Не знаю, что там бы случилось. Ты не заходишь, что ли? А? Мафот. Я сейчас, я жду, когда вы... Сейчас я запускаю меднафин. Я синий человек. Невозможно изменить устройство ввода. Чё нажимать-то как? Ну, блять, выйди из сетевой сначала, а потом меняй. Перезайди, короче, меднайф, поменяйся. Джанк, Линк, Клинк, нахуй, тут нахуй или тут? Джанлайт? Тут. Клинк, у нас с тобой босс, да? Не знаю. Это я, Дюна. Авторитет местный, пару. Привет.
Это шо, короче, будешь въебаться, вот тут, блядь, есть такой, знаете, я подостался, что тебе, блядь, кажется, кто-то... Нон, нет, только не Стас. Нон, у меня стоит Нон, но я бы не подрубился. Да, ёбать, Нон, стоит, нормально же. Чё, он пришёл уже к тебе? Блин, у меня что-то все время на ГС Эмулан заходит, и хотя я выбираю. Эмулан работает. Перезапусти. Надо рычить, блин. Не рычит, не всё. Я вручную пропишу. Сервер. Не меняется контроллер. Ctrl Shift 5 надо нажимать, да, во время да. запуска. Ну вот у меня нажималось, а сейчас я запускаю ROM. И у меня да, уже. Я когда сетевой, ну вот я закрыл, допустим, из игры вышел из себя. Да, там аж автоподрубка на сервер идет, там не написано. Чего шаг-то? Снова открываю ROM. Сейчас, говорю, могу появляться, очень буду редко появляться сейчас на данный момент. Ну, особенно летом. И что, написано, что ты подрубился? А устроился на вторую работу, почему устроился? Что за работа? Брат, ну тут ты покрушай на кассе грузчик, нахуй. Невозможно изменить устройство ввода. Не заебёшься? В ходе сетевой игры. Ну я тебе говорю, заебусь. Я вот сегодня, я тебе говорю, я вот сейчас. Короче, блять, вы мешаете, Зюна. Кто? Мешаешь, говорю. Стас, тоже устрой. Ему и так норм. Ну ход один нахуй. Я стою и. Хорош, он там что-то так да он заебал, потому что пускай, блядь, там, не знаю, маму, блядь, посылает нахуй. Пидор, блядь. Не, давайте поделаем. Какую маму, блядь? Что ты несёшь, дебил, блядь? Чью маму? Он ничего не посылал. Про то, как работал, говорит. Устроился на вторую работу. Ты думай, что ты говоришь, Мафута. Готовность 5 минут. Да хуя посланий нахуй последнее время. Послание нахуй зашкаливает уже. Больше нормы. Так, дроп 4. Как меня не настраивает. Дроп. Ну так настрой. Так не работает, перестала нажиматься, понимаешь? Сделай сервака, слышь, клит. Невозможно изменить устройство. Блять, так выйди из сетевой, я ж тебе говорю, выйди из сервака, блять. Выйди из сетевой, вот я закрыл окно с игрой. Эмулятор. Не надо закрыть окно с игрой. А как выйти? Вот это пропиши, Т нажми и пропиши это. Сейчас, подожди. Так, так, открою сначала. И сними галочку, у тебя там автоматом заходит на сервер, как только это включаешь. Ну да, автоматически подключаться. Ну так сними, да. Сними её. Её не надо, а как подключаться, если не так, то как? Какой командой? Слэш-сервер, ты нажимаешь и пишешь слэш-сервер, и всё. Выбираешь сначала сервер в этом списке, а потом нажимаешь, запускаешь игру и пишешь Т, ну вернее, нажимаешь Т, открывается да консоль, помню, да. Слэш-сервер. Слышь, ты жижа, блядь, ты не охуел, а? А вот ты меня выбираешь, блядь. Ну, ты жижа, блядь. Нон выбрана на порте 5. Но, дальше. Все равно у меня контроллер-то не работает. Ну, ты пробовал? Да. Вообще в, это, в сингл игре не работает контроллер. Нет. Сингл. Сейчас попробую. Офлайн работает. Сейчас проверю. Нифига не работает. Ну что вы там?
Ну, батарейки, я не знаю, что там у тебя в прошлый раз было. У меня все нормально, это просто когда я вот эти настройки начинаю менять, все перестает работать. С этим портом 5 переключаю и все. И после этого управление пропадает. Назначение контроллера. Я нажимаю, не видит ничего. Сейчас симулятор такой, другой. А что он должен видеть? Как ты смотришь, что он делает? Кнопки видеть должен. Ты назначаешь управление, и он у тебя не нажимается? Да, да. Я тебе говорю, у тебя с джойстиком проблемы. Да нет у меня с джойстиком проблем. Если я нормально играю в другие ромы, я не переключаюсь ни туда, у меня на все работает. На каком эмуляторе ты играешь в другие ромы? На этом же эмуляторе. В прошлый раз на стопе гнал. Казалось, что у тебя батарейки не работают. Да, там батарейки не работают, закончились у меня. Тот случай. Да на клаве играй, похуй. На клаве. Так. Нравится. Почему? Контента, управление, так и все. Spirit Player, настройка контроллера. Поставка, рисунок. Все не работает нифига, короче. Что именно не работает? На каком этапе не работает? Управление опять. Ну, значит, опять батарейки. Да не может такого быть. Сейчас другой попробую. Я ему два гола забил, 2-0 счет. Он нажал форфит и написал WTF матчмейкинг. Типа два гола, всего. А на какую кнопку прыгать? На А плюс Б. Глянем, что это за гарнитура такая. Ого. Так. Какая завершена. Работает. Вот у меня все работает на пока я ничего не поменял на всякие вот эти вот, как вы говорите, порты, там что-то менять надо. Ну зайди я на сервер. Миднафин снова установил, разархивировал новый. Ну заново, короче. У меня все работает. Сейчас я вот попробую тогда подключить. Зайти на этот ром, на гонки на эти. Так. Тест.
Так, это у нас, в общем, какой там тур? Четвертый, кажется. Нет. Пятый тур. Сейчас, да? Неохота что-то. А что ты нагрел, да? Один. Он сейчас комнатный. Да может не надо пока. Да неохота что-то пока. А мне надо отыгрывать микромашинки с цибулинкой финал. Что там долго еще будет? А то он уйдет и все, и пропадет. Jamlight, я не знаю. Jamlight, чё там? Вот я говорю, у меня работает на других ромах. В этом роме у меня не будет ничего работать, потому что я вот сейчас захожу на этот ром. Ром виноват, по-твоему. Настройки рома виноваты, да. Настройки. Какие у нас настройки у рома могут быть виноваты? У нас другие настройки специальные под эту игру. У нас нет никаких специальных настроек. Ну как нету, ну вот. Короче, ты заходишь на сервер, что у тебя пишет? Вот, я зашел. Куда допустим, ты зашел? На сервер ROM открываю, да? С автоматическим подключением. Вот. Мне сейчас напишет, сейчас прочитаю, что мне напишет. Пишет, ошибка соединения, закрыто, контроллер, type mistake какой-то. А mismatch for controller 5 game 0 U3. Ошибка соединения отключились. Короче, убирай галочку автоподключения, во-первых. Погоди, во-первых. Так, ну вот сейчас я делаю пошаговую инструкцию, короче. Убирай галочку автоподключения к серваку, во-первых. Так, убрал. Потом перезаходи, да не сам, ну закрывай, открывай снова. Так. И нажимай Ctrl-Shift-5. Пока не появится ноне у тебя. Ну вот это. Раз, два, три, четыре. Вот, нон выбрано на порте 5. Так, все. Дальше попробуй прижиматься к серваку к нашему. Также перезапускай Салливана и. А перезапускать это как? Это закрыть? Надо закрыть окошечко. Да, окошечко закрываю. Вот, закрываю хорошо и открываю с автоматическим подключением. Не, зачем? Просто, ну, выбираешь наш сервак в списке, там список есть. Ну это выбрано у меня циферный сервер. Цифр, да. Ну ключ и вводишь слэш сервер. Сервер. Так, сейчас открою сначала ROM. Так, сейчас ROM открыл. Сейчас слэш. Так, я не понял, что происходит. Сервер, потом что? Enter. Enter, нажимай. Опись. Номер сервера надо или что писать? Нет. Он у тебя уже выбран. Залутка. А, просто Enter. Вот, залил нас за это. Я подключил. Маленький кораблик морской. Все, поехали. Все, зашли, поехали. Отключил. Похуй, да. Да, уёбки опять какие-то сидят. Блять, у меня не на весь экран, короче, сделано. Так, коэффициент масштабирования поменяю все. На весь интер. Фу, блять, там же кажется горячие клавиши есть, чтобы на весь экран. А я не на весь, я не на весь. Не на полностью весь, а как сказать, на частично весь. Так, 4 и 5. Стёпа. Так. Машинка. Открыл. Мать умин. А ну вернись сюда, куда ушел. Сервер. Привет. Все. А почему у меня никнейм-то не прописывается? Хотя я ник прописал, а он мне не. Ну потом пропишешь, давай, уже поехали. Ладно, снимать меня. Не принципиально. Я его написал, он не читается, ладно. Мы же знаем, что это ты. Так что давай, заходи и поехали. Нет, я не знаю. Он не копал. Сервер. Все, я загрузился.
Блять, выбирай себе там. Слава Украине. Выбирай себе рекомендации пошаговых. Как? Соединился? Я буду нигером. Кто какой там? Ну, Джамлайт я вижу, что еще. Рок синий, Эктопауэр зеленый, Соник. Джамлайт серый. Я зеленая каравелла. Ты красный, да, Мамори? Я красный, да. Я красный негр. Так заедет. Красная залупа. Да, давителя. Все, погнали. Да, красненькая такая. Конечно, поехали. Это пятый тур. Эктопауэр и давитель. Ой, Эктопауэр и рок против. Или рок, и Эктопауэр против Мамори и Джамлайта. Эктопауэр и рок. Эктопауэр и рок. Гоу. Оу, мне сразу подлакнуло прям сходу. Вы охуели Дани Сальвана все обходить. Эй, Дани Сальван, не пихай меня в попочку. Зеленая жижа. Агрессор. На, сучка ебаная. Читварь. За наших. А нахуй я в этот полез? Не знаю. Вот я кретинус. Ну это... Да, с этим трудно поспорить. Нормально. По кайфу. Так, это рок, что ли, да? Да. Домой, мы сдохли, сучку. А теперь он меня пихает в попочку. Через Денисаля он меня напихал, ты не сдал, Пауэра подожгли с обоих концов. И в дупы вратяру напихали. Твари ёбани. Может, Мэмори остановить за это? Эй, демон. Чё? Привет. О, Мэмори тащит. Нормально. Походу, я. Анахайм мой второй. Стэнлис. О, рок пятый, классно. Рок, ты не вылетел? Минус конт. Хорошо. О, Мэмори мем. Что? Смешняло, смешняло. Смешняво, да? Вот это двигатель усиливать. Все, пизда, Мамори сейчас придется, наверное. Блядь, стрим не полностью захватывает, да? Блядь, нахуй. Не да есть сразу. Кого не видно. Трассу слева до конца. О, Мамори по пизде пошел. Оно так и на экране не видно. Ёбани урод, блин. Ладно, я его остановлю за это. Тихо. Тихо. А хотя да, ты прав. Ай, блядь. Не полностью. В натуре. Почему интересно? Или захватить, наверное. Давай, Рок, скорее, блядь, скорее, сучка, давай, скорее. Блин. А, он первый, охуеть. Желтенький потом. Да. О, второй Джамлайт, фига себе. Вообще неожиданные результаты какие-то странные. Я хз, он почему-то не так и захватывает. Да, он в принципе не сильно мешает.
А МПГ это что такое вообще? Это экономия двигателя. Ой, это бензин. Классная штука, качай. На Авразе? На Эльнабе? Слышь, бот? Чё? Стоп раньше выехать. На А. На ту же, что еду. Что мне не получалось. Всё, нитро кончилось, охуеть. Короче, на какую-то кнопку, я не знаю. Бля, я нахуй пизде пошёл. Нормальное объяснение. Ебать. Твой дебил, Рок. Дебил. Че у меня сдох? Топлива нет. Блять, я дебил тоже. А нахуй я так поехал? Короче, хуй знает, я вот только сейчас заметил. Нахуй я без бензина нахуй поехал, братки, нахуй я это сделал? После этого? Как раньше выехать? Как раньше выехать, блядь? Как раньше выехать, Мэмори? Я... Мне не получается. Мэмори не говорит, тварь, паскуда. Я сам не помню. Я нажимаю на обе клавиши, он выезжает. На всё, блядь, нажимаю. Да, жми на всё, короче. Классный способ. Ну, ехать на какую? На ту же, по-моему, и это. Да, я нажимаю на ту же, нихуя он не срывается. Значит, на турбо на БФ пробуй. На турбо же, по идее, вы чё, блядь, сумки не знаете? Тут сын надо же. Всегда на турбо было. А, ну значит на Йо, турбо. Панир. О, меня лагануло, пиздец. Ты зелёное говно, что ли? Да. Мэмори, стой, сучка, блядь. Да у меня лагает, сука, лагает. Лагай нереально, сука, пиздец. Да иди нахуй с этим меднафином, конченые, блять. Да, а чё это, блять, я поехал? Брать, блять, так-то. Так как так-то, я же из стопа выехал, он сразу беспонтово едет, тормозит. Потому что ты не дождался, что тебе топливо залили. Охуеть. Без топлива ты уехал с стопа. А как это так? Ну ты раньше нажал, и он у тебя уехал раньше, чем заправил. Нахуй мне так жить, блять. Не слагается жестко, бля. Пизду, бля. А я говорил, Эктасос, не соглашайся играть на меднафе. Ого. Да, блядь, уроды ёбаные, блядь. И меднафе, не слепи, всё говно. Все эмуляторы говно, блядь. Дэнди говно, блядь. Заебущие. Все эти стрибалами, скажем. Что? Я не знаю, чё вы подсели на такое. Что Дэнди говно? Блять, да охуеть, опять лаганул, и все по пизде пошло. Эй, пизду, блять. Давай, поехали обратно, браток. Да опять лаганул, это а Дани Салем, кстати, все время поверху объезжает почему-то. Прикольно. Да. Смотри, он все время вон там едет. Да у меня лагает, пиздец, у меня нереально лагает. Да, блин, ну он знает, если сокращать, блин. Рывки ебучие, блять. Хоп, уже, блять, в кувете, нам. Вот, вот у меня всегда... Выруби Steam, например. Да все, я вырубил, блять. Да, кстати, надо тоже вырубить эти каспецки, маскецки. Брейкерсы купил. Да по пизде, ну тут. Да шо мне пиздеть, блять? Иди нахуй. Нахуй согласился, я же говорил 100 раз, что не, на этом сервере больше не играю. Блять. Солянка, его и ультимейт этот ебучий на меднафе, нет, самый каловый сервер, блять. О! Блядь, загорелся. А самый нормальный какой? Солянка? Да ёб твой налево. Нету нормальных, блядь. А этот самый хуёвый. Есть самый ебучий и всё, да? Да. Мэмори. Интересно. О, опять лагануло, блядь! Опять лагануло. Кайф.
Да, да, я здесь один. Хотел подлить рок, а пожалуй, вместо твора. И... Ну хотите, поменяйте сервер. Давайте поменяем, это нереально. Ну, не могу. О, блин, начинает уже. Даже неинтересно. Давайте, поменяйте. Что хотел, Дёныш? В натуре. Не нажимайте пока. gs.mmo. С третьего? Зайдите тогда, мне, я потом... А блядь, ну сейчас надо отыграть Денис Салливан, а там уже поздно будет. Ты... Какой сервак? А мне завтра, блядь, рано вставать. Я что, аж доработать на чувство? gs.mmo. На эмуленде нормально у всех? Да, ты третий. Только на другое. Короче, Jamlight, смотри, сейчас нажимаешь Т, потом пишешь слэш, сервер, потом пробел, пиши. Пробел, да, и какой сервер? Дальше смотри по буквам. Я написал в чате в РК. GS, да, вот в то, что в РК, вот это надо написать, а потом Enter нажать. Так, в чате в РК сейчас. А, ну gsmland.net, понятно, сейчас. Ну, главное правильно написать, а то... Сервер, я тоже напишу, gs. Да, я скорость проверю. Мне, мне кажется, у меня уж интернет лагает, потому что у меня ж прерывалось, блять. Похуй. Вы игроками не поменяете случайно? Могут поменяться, да, надо зайти, так как... А ты где он еще установил? Так, а я к этим зашел, отлично, я пятый. Проверьте, у кого там, кто каким. Все в порядке, все правильно зашли. Да, я, нет, мне постановлено. Я уже проверил. Топауэр, это ты? Да. Ну, такая вообще отличается от второй, да? Все, если здесь хуёво, то проверяй себе, блядь, роутер ебучий. Да, у меня сейчас даже не к роутеру. А, у меня тут тоже. Сука, роутер, блядь. Джиски на подарейках. Блядь. Мемори, ты чё, правда, в натуре так поздно стартанул? У меня тут тоже лагает. Ты тут, Мемори? Да, я тут, не мешай. Да, у меня тут ещё жёстче лагает, блядь. Блин, ты, блядь. Дерьмо, сервер. Смотрим, кто пал, после заезда себе, блядь, спид-тесте, может, у тебя там реально интернет мозги ебет. Да, спид-тест я сейчас проверил, 90-90, блядь. Первак говно. Ну, я хуй знаю, в общем, сами решайте. Это повар. А я не знаю еще. Нам тогда тоже надо отыгрывать. Да, у меня голос лагает даже, блядь. Центурион тут? Да вас, я вас слышу с рывками, блядь. Так, ну то ли Салливаном. Салливан надо отыграть чисто. Не, блядь, от этого не легче в игре. О, блядь, все. Да пиздец, я невозможно играть, нахуй. Якщо ви далі перебиратимете, то ніколи не заробите достатньо навіть на рис. Блять, так неохотно, на роботу, на роботу, завтра. Ставатиметься смачними. Даш. Чёрт, загорелся. Блин, давай, давай. Да он не слышит тебя, он, наверное, заигнорил. Кого? Дюна? Да, блядь. Я его заигнорил, да. Лагануло. Да ну нахуй, пиздец. Сейчас, не... Чё? Тебя не слышно было? Сейчас, я быстро, давайте, погодите, там не...
Я быстро. Чисто то, что на четверых, ну зачем так издеваться над собой? Ну, на четверых-то интереснее, чем на двоих. Ну, больше игр на четверых нету, что ли? Нету. Да ладно, может быть, надо хорошо поискать. Ну, мы и так играем во все, что есть на четверых. Слышно, да. Чел, не знаю, блядь, что будет делать лучше. Сейчас еще в процессах посмотрю, может, что-то ебет мозги. Ладно, давай, блядь, я ищу. Что-то еще можно отключить. Так, урол шестерых. Че тут нет? Чёрт там опять? А, у меня тейк 4, тейк. Дюна, ты можешь реабилитироваться? За свое поведение. Иди нахуй. Тут Дюна, да, тут есть? Да, есть. Иди нас. А чё, когда с тобой хоккей-то отыгрывать будем? Хоть прямо сейчас. Ну сейчас давай доиграем эту чешую и это. Игра. Блять, да вы ебанулись что ли? Он же перезагружает инет, блять. Я тут. Чё тут? Ну вот. Меня не слышно? Блять, вы ебанулись? Алло, кто там, блять? А почему, кстати, кто-то со стартом что ли? Блять. Клэшер-то. Блин, чё? Мемори, блядь, или кто там? Я сливаюсь, уже зелёный. Сталин, пожалуйста. А, он тоже переключает? В смысле взял третьего, я чуть не понял. Я зелёный уже, я всё выбрал, я всё сделал. Слушай, это... И чё, и ты стоишь на месте? Нет. У меня ты на месте стоишь. Тогда, пожалуйста, мы путь, потому что я сливаюсь с Дэнни Салливана. Чё там за жесть сейчас была? Я тебя слышу, то есть ты нахуй Джамлайт других посылать-то это нормально, а теперь ты обиделся как тёлка, что это самое. Я сливаюсь с Дэнни Салливана. Я сливаюсь, а подожди, блядь, я играл, ты Дюна, заткнись нахуй, это нормально ты считаешь или нет, блядь, ты, сука, чмо, сука, ёбаная. Да, ты нахуй посылаешь, это нормально. Подожди, а кто первый послал, блядь? Ты сказал, Дюна, нахуй, я тебе говорю, заткнись, блядь, и все. А? Ну а чё, а нахуй я тебя не посылал? Твои слова, Дюна, нахуй, заткнись, ты, сука, чмо, сука, ебучая, нахуй. Короче, понятно, да? Блядь, дебил, блядь. Ну кто сливайся, понятно, сливай, блядь. Сливайся, дебил конченый, блядь. Иди, блядь, Стасыча, иди нахуй, всё, пошли, блядь. Пусть он тебя ебало расшибёт. Придурок. А при чём ты это, ты, блядь? А при чём тогда ты? Да ничего, иди, вот пошли, Стасыча, нахуй, давай. А при чем это ты, Стасчик, хуясь? Да ни при чем, блядь, нехуй обижаться, блядь, дебил. Нехуй, а чем не дебил, блядь, нихуя себе, ты че, врач, что ты ебал? Нажрался, блядь, и сидит тут, вопит, блядь, кто мешает всем вокруг, блядь, ты нажрался. Ой, бля. Ладно, иди, все, пизду тебя. Или как там, блядь, пизди с кем хочешь, блядь. Я сливаюсь, блядь, нашел как нагадить, как мразь, блядь, последний. Ну я зеленый, все, я все выбрал. Я сливаюсь, блядь. Ты тоже мне еще что-то выебывается. Я пацан, блядь, мы пацаны, блядь. Тёлка ты, блядь, а не пацан. О. Ну так, ты Мафута его заткнись и сразу заигнорил, вот прям сходу, первый раз. Он мне ответил, я его заигнорил, потому что... Кайф. Что у меня опять? Опять? А, у меня опять лагает, да, у меня. А чё я загорелся-то? Да ёбаный рот, опять залагало. На ощупь, блядь. На ощупь.
Да опять, блять. Да нахуй, я не знаю. Ну это не игра, это так, это каловая масса, сука. Ладно, да играю похую. Поборю нервы себе. Не знаю. Или Нед, блять, или я хуй знает, или Меднафин тупит. Да. Потому что, блять, пиздец. Да, бро. Рукер опять играет в Rocket League. Да. Я сходу прям залагала. Блять, сходу, блять. Сходу, я назад еду, охуеть. Да пиздец, невозможно. Я говорю, у меня лаг, 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 лаг. Да, зашибись. Если все плохо, толкайся. Да я так и делаю, блять. Шалва. Пофиг, да толкаться полезно или, не поле... или бесполезно, все равно трасить. Да, толкаться неинтересно, да. Да, это здесь. О, сейчас уже не было лагов целых 10 секунд или сколько. Блять, я врезался. Лаги пропали. 10 секунд не было лагов. Тут даже может меньше. Вот сейчас не было лагов в последнем моменте. Может они пропали? Нет, нет, я слышал, как музыка остановилась. Толку выбрал. Что? А, ты тёлку выбрал, поэтому там лагает. Да у меня даже голос сейчас лагает, пиздец. Сказал тё... И всё. У тебя крабы. Крабы раздаю. Ой, это... Крабы раздавил. Ладно. Блядь, всё, пизда, по пизде пошёл я. Да что ты загорелся-то? Я ехал просто вдоль стены, видать, шикарно. Опять у меня залагало, опять, блять, опять я нечаянно заехал на пит-стоп, потому что залагало. Кайф, кайф. Блять, мемори, как ты едешь, пиздец? Он едет, горит, и, блять, на турбах. О, залагало опять, я уже горел. Такой лаг, и я уже, блять, в огне, нахуй. Да я классно езжу. Лучше, наверное, играть в игры на двоих, чем вот долбиться вот-вот-вот в это издевательство. Вообще. Да, блять, нормальный интернет просто нужен, и всё, если... Да, у меня нормальный интернет, сегодня что-то хочешь. Брай. Да комп можешь перезагрузить. Блять, да пиздец, даже выбрать не могу, сука, блять, лагает. Тварь ёбаная. А ты говорил сегодня, что слава Украине? Я говорил сегодня. Слава Аллаху, блять, может из-за этого? Блять, все по пизде пошел. О, да по пизде пока пошел. Еще нет. О. О, моя блять, с лагами. Ехал вдоль стены, вернулся. Да ты еще спасил мне, говорю, я тебя вытолкал, блядь. На лагах тупо. Блять, страшные поджоги. Блять. Ну и фиг ты делаешь. Я случайно, блядь. О, я третий. Ладно, до свидания. Все. Все, ты уже гейм овер, что ли? Еще? Ну, видимо, да. Да. Ты где не Дюна? Дюна, где он? Ушел? Слышишь, Джем Лайт? Будь на месте, потому что еще, может, потом сыграем сегодня в Дэнни Салливан. Да, эта игра меня достала уже, на самом деле. Я не умею в нее играть. Нахуй регался тогда. Да, потому что в что-то все равно играть-то надо, вот, регаюсь. Ну... Значит, ну, отыгрывать. Ну, не в одного же сидеть и долбиться с ботами там в какую-нибудь игру. Не, ну будем сегодня, я, Цент, там, кто еще, ты... Надо отыграть. Так, два тура в день, что ли? Ну, пока все в сборе, блин, то потом. Ну, да, ну я не против, хорошо. Да не, это два раза подряд,
дали вон играть, это вообще запёздался головой об бордюр. Ну что делать-то? Играть-то легче. Больше нету на 4 нормальных игр. И... Ладно, пишите его. О, у меня ещё контовку его гора. Я ещё не самый лоу, блядь. Нет, один лот он где? Вас туда ставит себя и цента. И мне с ним в хоккей надо отыгрывать, он где? Ну иди не пиши, вон он там где-то был. Шкребётся. Ой, блядь, он везде пошел. О, залагало нахуй хуям, собачий, сука. Да он, браток, ехай на пидстоп. Да ёпт! Налево. Блять, ну не лагай ты в такой, ну пиздец, в кусты залагало. Я ебал, ну что за хуйня? Может, идите на... покакать штучки? Да пиздец. Белый бот сейчас обгонит. Да, ну, ну, Болот пользует, я не помню. Дивно было отключено администратором. Пиздец. Так. А Дюну отключили, да, от этого. Да включен он, все у него включено. Че давитель лучше? Да он постоянно разговаривает. Тирес или Бракерс? Его слышно. А ты все остальное прокачал уже, что ли? Да. Я шины качаю. Я, конечно, не знаю, в чем разница, но я качал шины последний раз. Я не понимаю, на что влияет шины, там, тормоза. Кайлыч говорит, что якобы поворачивать лучше с шинами. А ну, я как... А да, блядь! Была... Ну как, блин? Бля, рух нормально едет. Когда пидстоп, чуваки так из забора выпрыгивают лихо. И опять... Блядь, мемори, ты чего? Почему? О, блядь, залагало нахуй, пиздец, такой момент. А чё ты мне скинул тут, зайцу? А, ну как, подожди, какой номер? 064 у меня есть. Да. Давай в отдельную, здорово, этого, в отдельную эту фигню зайдём, чтобы... Блин, ты тупой Денис Крабовский. В отдельную группу. Какая тягомочная, реально. Грабов. Что-то не... О, лаги, кайф. Ну на кругу тут хоть, блять, можно по прямой ехать, блять. И в стену въебаться можно на лаге. Блять, я стараюсь... О, кто нет, всё догоняет... бездна на лаге. Догоняет группу, эх, блять. Да нет, у меня лаг опять, блять, ну это пиздец. Ну блять, у тебя интернет говно, потому что, не знаю. Ну, у меня всё идеально идёт. Я не знаю, не могу не негодовать. Это же потому что пиздец. Это не игра, это, блядь, каловая масса получается. Каловая масса, каловая. За главной задачей тогда мемори объебать. Точнее, ну не дать ему победить. О, он загорелась, девочка. Че тебя? Иди отсюда, нахуй. Так нельзя делать, блядь, это сос. Почему? Это нечестно, потому что... Специально подрывать, блядь, соперника. Да он его не специально, не подоб... Он уже сам взорвался. Вроде, нет? Он сам взорвался, я просто не на пидстоп ему не дал заехать. Там он бы там уже не выиграл. Блять, вот куда бабки тратить? Если б мне лаги, я бы еще пободался с мемори изи. Изи, так. О, Дани Салливана подожгли сразу. И он все равно сейчас, блядь, едет быстро домой. О, и Рока подожгли. Дэнни Салливан, пиздец, на хуя себе, кто пауэр первый? Куда, блин? Ну ёбаный, хуя себе. И поехал дальше, смотри.
Смотри, блядь, да у тебя турбо нету больше, лошара, надо было заезжать на пидстоп. Ай, ты не стали, вон, ёбаный, обгоняй, сперма, ёбаный. Ой, блядь, ты сон дурак, сука. Чё? Всё. Чё? Чё, я всё по пизде пошёл? Да, блин, тягомотина, если честно. О, я не по пизде пошёл, смотри. О, мамарю, пошёл по пизде. А что сейчас делать? Дальше вы бодаетесь тоже, потому что вот один не останется. А как у меня 9 контов? Потому что за 3 победы дается план. Спасибо за игру! Некто, может сольёшь по-быстрому? Не сливай, я нихуя. 3 раза больше контов, блин. Да, какой в 3 раза? Ты можешь сейчас сосать просто легко на изи. Ну блин, мне учить надо, я сейчас буду с Экто бодаться. Ааа, попочку. Давай сосочек, давай. Ах ты ебаная тетя. Ох ты еблан, блять. А он тоже зажегся, тоже зажегся. Блять, он быстрее уехал. Блять, смотри, коробка как ебанул. А, это последний круг, я даже не заметил, блять. Пиздец, круги, блядь, быстро. Незамеченный. Чё, всё, по пизде пошёл я? Не знаю, сколько у тебя там контов. 3? Нет, а, нет, ещё, два. Ещё 2. А ещё Кайлыч не может посмотреть в коде, там, что на что влияет? А чё тебе надо смотреть? А, блядь, сын. Я хуй знаю. Он, наверное, посмотрел. Сука. Так, ты чё, блядь? Girls загорелась, и сама тоже загорелась. Так аккуратно тут, блядь. Блядь, сука. Как ты едешь, сука? О, смотри-ка. Блядь, он первее, блядь. Только... Блок поставил. Да это похуй, с вас обоих снимут сейчас. Нет, с меня не снимут. Я второй. А, эй, всё, я второй. Ещё... После первого круга с двоих снимают. Ну его тоже сняли, да? Да. Дэнни, я болею за тебя. Да ёбаный белый хуй плёт, ёпт. Хуя-то, блять. Ты срезальщик, блядь. Камням, блядь, надо нахуй. Некто пан, уже половина турбо использован, стали больше, блядь, а ещё. Аааа! Поехали на турбо, хуй. Нет, Дэнни. Аааа, дед! Дед, стой, сука. Блядь, хотел запломбировать. Да всё, по пизде пошёл, сосочки. Нахуй, обратно поехали. Стой, сука. Куда? Еще и сам зажегся. Все что ли? Ну нормально, второе место неплохо. Да мы вообще в одной команде. Да какая разница, там еще личные зачеты, награды личные тоже есть. Поэтому и едут до конца. Всё, а в прошлый раз ты победил, нет. Первое место взял? А есть награды Кинбис, да, турнир? Да, я первое место взял. Так, это 5-й тур. В прошлый раз, да, и Кинбис победил. На этом мы заканчиваем.